Жителям Донбасса снова не даст на вину всему и мины, и крупнокалиберные снаряды. Этой ночью их было 170. Вопреки всем договоренностям, украинские войска снова ведут обстрел жилых кварталов. Известно уже о 4 раненых. Удары нанесли по окраинам Донецка, Ясиноватой, Макеевки, Докучаевска и Леновки. Причем использовали не только мины, но и запрещенные по Минским соглашениям гаубицы калибром 122 мм. Такие днем ранее повредили десятки зданий в Горловке и соседнем поселке Зайцево. После этого местные жители записали обращение к международному сообществу с просьбой остановить украинские обстрелы. Мы живы здесь, нас не убили, говорят, наш мертвый поселок. Посмотрите, у нас здесь дети, но это не все. Половина спит дома маленькие. После ночи. После ночи, бессонная. Сегодня нас очень обстреливала украинская армия. Очень обстреливала. Мы вас просим, всех, кто может, помогите нам. Пусть перестанут стрелять. Нет жизни ни у нас, ни у детей. Мы не можем спокойно жить, спокойно учиться, работать. Помогите нам, кто может. Спросите, расскажите людям, что здесь происходит. Что мы нормальные люди. Никакие мы не сепаратисты. Мы нормальные люди, самые обычные. Нам некуда ехать.